«Алло, мы ищем таланты». Финал первого открытого конкурса эстрадной песни и романса имени Соловьева-Седова прошел в Люберцах. 12 композиторов из разных городов представили на суд жюри свои лучшие произведения. Кто же эти счастливчики, которые, впрочем, своей удачей обязаны в первую очередь своему дару и мастерству? О них наш сюжет. Стук сердца слышишь и нежностью дышишь, твоя украла покой. Эстрадный романс о любви чувства исполнила наша землячка Инна Соколова на финале первого открытого конкурса композиторов в Люберцах. Вот уже 15 лет она пишет и сама исполняет свои песни в стиле эстрадная поп-музыка. Конкурсантка признается, что музыка – ее жизнь. Принять участие в таком грандиозном мероприятии – это уже как бы честь и очень здорово. 270 эстрадных песен и романсов, 129 композиторов из разных регионов России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в отборочном туре. И только 12 лучших произведений прошли в финал. Эти работы прозвучали в сопровождении оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». По этому списку конкурсанты отслеживают свое выступление. На сцене далеко не все. Это только первая группа выступающих. Они все очень волнуются, ведь их будут оценивать не только строгое жюри, но и зритель. Заключительный гала-концерт состоял из двух отделений. В первом свои номера показали 12 финалистов-конкурсантов, а во втором были представлены самые яркие номера, которые не вошли в финал. Конкурсантов оценивали члены жюри, в составе которого видные деятели искусства нашей страны. Три критерия, по которым мы оцениваем. Это замысел, поэтический и композиторский, вообще замысел произведения, его выполнение, технологическое, композиторское, и исполнение. Особо оценили финалистов зрители. Бурные овации сопровождали участников на протяжении всего конкурса. Нам понравились дети, вот, которые выступали последним номером. Вот. Замечательный энтузиазм. Вот. Очень живо. Ну, в общем, по-детски. Пели все просто замечательно. Очень понравился оркестр, сам оркестр. Под огромным впечатлением, великолепнейшая музыка, удивительные голоса. По завершению вечера состоялось торжественное награждение композиторов и призеров. Вручал награды Максим Дунаевский. Ну, а теперь перейдем к лауреатам, к шестерке лучших. Хотя, надо сказать, что лучшие все. Все, кто здесь стоит, уже лучшие. Всех поздравляю. А победа – это, знаете, как лотерея. Удача все-таки. 6 лауреатов получили памятные денежные призы. Среди победителей есть и жительница Малаховки Юлиана Донская. Она заняла почетное 2-е место. Следующий конкурс намечен на 2019 год. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.